Ну, я же говорил, что никуда не денется. Ты где его нашел? Я полуострова облазил. Да вон, по кустам прятался. Не надо было ловить. Зря ты его поймал. Надо было выследить. Нашли бы, где живет. Был бы телефон. Ага, спасибо за совет. Как раз он меня выследил. Он напал. О, Господи. Он вас ранил? Где? Да. Нужны тряпки или бинт что-нибудь. Сейчас принесу. Вадим, вам больно? Да ничего. Сейчас я перевяжу. Ага. Катя, держи. Странно, ничего не понимаю. Вроде рано, не глубоко. Все понятно. Он явно знает, как убраться с острова. Знает. Под шумок свалить хотел. Катя, можно? Ну давай. Но если он хотел под шумок свалить, зачем он на тебя напал? А что ты меня спрашиваешь? Ну, так спроси у него. Папа, очень больно. Поможешь? Да нет. Он пока сокровища не найдет, никуда с этого острова не уйдет. Да какие сокровища? Что, вы с ума посходили, что ли? Да, подожди, нет никаких сокровищ, нет! Они есть. Я помогу. Ну, если нет сокровищ, нет телефона. Телефон есть, есть! Нет, нету телефона, нету сокровищ. Есть только скелет с табличкой. Ага. Этот скелет такой же, как этот китаец, который верил во всякие сказки. Про клады, про сокровища, которых на самом деле нету. Кто скапал его тогда, интересно. Вот, спросите у него. Давай, давай. Что? Давай. Спросите у него. Где телефон? У кого? А? Ой. Ой. Где телефон? А? Торасап. Ютинай. Помилу. Помилуинкин. Но он все то же самое говорит, у него нет телефона. Что ты врешь, тварь? Хватит врать! Все! Успокойся! Что с тобой? Ничего. Ничего особенного. Просто хочу наконец-то попасть домой. А они этого хотят? Твои домашние. Заткнитесь вы уже, надоело. Все очень просто. Пытать его нужно. Пап. Пытать и все. Ну наконец-то! Хоть одна здравая мысль. Конечно, его надо пытать! Конечно, пытать! Я вам что говорил? Ой, Сав. Ну что, Сав? Что, Сав? Что, все время здесь хочешь сидишь? Ну, ну и что тогда? Хочу. Сав, может, не надо, а? Сейчас. Ну чё? Спросите у него, если мы ему вырвем челюсть, он скажет, где телефон? Вы с ума сошли? Подождите, послушайте. Слушай, помолчи, а? Слушали уже тебя. Переводить. Бокаути, торасапьютинай, каудя. Хон, фан контин. Он готов умереть. А ты говоришь? Отлично. Ну пошел! Стой, Андрюха! Сюда! Его! Иди сюда! Андрюха! Я сам разберусь! Вы что, беспредел творите? Мужики, да вы что, сперели? Не лезай! Не будешь говорить, а? Я всех говорю! Я всех! Ну не надо! Ну я прошу вас! Перестань! Давай, давай! Отойди от него! Лежать! Петр, Петр, ты живой? А ну сюда! Держи его! Держи его! Нет! Ой, Господи. Пойдем, ты будешь переводить. Я не смогу. Пожалуйста, не надо. Я не смогу. Пожалуйста. Я не смогу. Я не пойду. Пожалуйста, да пожалуйста, ну не надо! Ну, старый. И Лиза. Не подходи. Убью. Давай быстро! Лидочка, Лидочка! Ой, убили! Переводите ему! Я говорил не занимать моего пространства. Никогда, слышишь? Он сейчас не скажет. Как вырваться с этого острова, мы ему вырвем зубы. Опай! Не слышу! Отдай кони! Переводи! Вероника! Давай! Зажми в нос! Андрей! Андрюша! Давай, я держу! Стойте! Я знаю, где он живет! Стойте! Где? Пещера! На острове есть пещера! Я случайно на нее наткнулась. Какого хрена ты молчала? Я думала, это не важно. Телефона я там не видела. А ты думала, что он там на стене висит? Как в телефонной будке? Вот видите, как бывает полезно. Пытки. Богатство, сокровища. Ты их видел? Богатство, сокровища. Где они? Пап, что происходит? Что тебе? Что происходит? Я болею, Катя, хочу побыть один. Пап. А с тобой что происходит? Почему ты мне не сказал про пещеру? Ты меня любишь? Ну что за вопрос, Катя? У меня же никого, кроме тебя. Я тебя очень люблю, Катя. Но ты должна же понимать, что в жизни, кроме любви, существует еще обязанность, долги, неудачи, страхи всякие, одиночество. А я хочу, наконец, вырваться из этого круга. Ты слышишь меня? Нина звонила. Кать! Ну я кого спрашиваю? А? Нина звонила? Не было ее. Не звонила и не приходила. Ну как тебе мое бальное платье? Beautiful. Знаю, Надь. Да не волнуйся, ложись спать. Угу. Хорошо. Что ты творишь, Петя? Что ты творишь? Ты что, охренел, что ли? Ты что, охренел? Кто ты там? Что ты творишь? Да что ты делаешь? Прекрати! Прекрати! Спать иди. Так я ж воды попью. Ты не поняла? Хорошо, меня нет. Ничего не было. Мы друзья. Он меня подвез. А ты мудак. Этого я тебе не прощу. Нина. На меня никто никогда раньше руку не поднимал. Подожди, милая моя, я тебя люблю. Ну, прости меня, а? Милую? Забудь. Было бы хорошо отдохнуть друг от друга. Ты поедешь в отпуск. Возьмешь с собой Катю. Наладишь с ней отношения. Как же я тебя люблю. Ну что? Идем? Или не идем? Кать, мы идем или нет? Катя. Кать. Чего? Я хотел поговорить о твоем отце. Я не хочу о папе, он болеет. Ну, он как-то странно у тебя болеет. Враньем болеет. Это твоя болезнь называется вранье. Кать, твой отец прекрасно знает, где находится пещера, но почему-то об этом молчит. И китайца он нашел там, но сказал, что в кустах. Слушай, пещера, кусты, какая вообще разница? Да большая разница, он соврал, Кать. Ты тоже врешь, ты тоже врешь. Почему ты никому не сказала о пещере? Так остервенела. Пошел ты. Катя, ты Пашу не видела? Забунгала. И не стоит так волноваться. Мальчик идет на поправку. Кажется, вот-вот заговорит. Кать, я хотела... Извините. Ты идешь? Петя, пошли. Сейчас. Он говорит, что вы добрая женщина. Ну, если я добрая, тогда пусть скажут, где спрятал телефон. Тарасап Ютинай. Нет у него никакого телефона. Врешь ты все, мой милый. И твое вранье нам дорого обойдется, а тебе дороже всех. Пусть скажет, пока не поздно. Что значит, пока не поздно? А то и значит. Беда к нам идет. Беда. Ты знаешь, где пещера? Или ты не знаешь, где пещера? Кажется, где-то здесь. Где здесь? Где? Кажется, или здесь? Может, китаец хотел спасти? Милосердно. Послушай, ну что вы пристали к ребенку? Катя, ты ведь действительно спасала китайца. А пещеры ты никакой не видела. Так ведь? Мы что, должны целый день под джунглям лазить? Я не помню. Ну постарайся, вспомни! Вы чего к девочке пристаете? Слушай, успокойся, никто никому не пристает. Вы что, опять начинаете? Слушай, никто ничего не начинает, не начинает никто. Ну за что пришли? Найди пещеру, нашли? Нет! Я спрашиваю, где пещера? Все хотите быть чистенькими, пушистыми. Как дело доходит? До дела, все вкусные. Как вам тяжело все время? Может, вас пожалеть? Что ты сказала? Рот закрой. Андрей, не надо, я прошу. А ну, повтори. Сейчас повторю. Не надо, прошу вас! Тихо, 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 тихо. Пещера, я соврала! А вот это уже не оригинально. Да сирена есть, ну что, есть сирена, сирена. Вот так и живем. Ну что, а? Ну что, ничего. Ничего не нашли? Нет никакой пещеры. Она просто пошутила. Слезай. Андрей. Это правда? Правда. Слезай, говорю. чего? Отвали, я спрыгну. Стоп, не надо, пожалуйста. Если ты скажешь им хоть одно слово, я просто выпрыгну из окна и все. Я никому ничего не скажу. Почему я должна тебе верить? Я обещаю. Тихо, тихо, тихо. Ну ты чего, дорога? Скажи, а ты когда-нибудь любила? Я не... Ну, конечно. Ты только отбивать парней умеешь. А я люблю его. Понимаешь, я очень его люблю. Ему нужна моя помощь, понимаешь? Я тоже помыться пришел. Мойся. Хорошего парня ты себе нашла. Да, хорошего. Смелый, решительный. Аж дрожь берет. Да, решительный. Я всю жизнь о таком мечтала. Сбылась твоя мечта. Поздравляю. Странно. Ты о чем? Катя ведет себя странно. Она ведь знает, где пещера. Она это сказала не только для того, чтобы китайцы перестали пытать. Я видела ее глаза, это была правда. Мне тоже так показалось. Странно, зачем она врет. Ну, видимо, есть какие-то причины. Все это очень странно. Катя врет. Ее отца как подменили. А ты знаешь, что он на самом деле не болен? Да, я это тебе как врач говорю. У него симптомы то появляются, то исчезают. Не хочу возвращаться в бунгало. Не хочу больше видеть этих уродов. Давай останемся здесь. И окончательно сойдем с ума, да? Как все на этом острове. Крушение. Андрей, ведь могли остаться живые. Капитан. Кто? Капитан с нашего корабля. О, люди. Нет. что? Сейчас узнаем. Здравствуйте. Hello. Здравствуйте. Hello. Вы говорите по-английски? Yeah. Да, конечно. Yes. Посмотрите, это наш корабль. Ваш корабль? Yes. Да. Нет. Мы тоже потерпели крушение. Это ваш корабль? Yes. Да. Oh, сожалею. Мы тоже потерпели кораблекрушение. Понимаете? Это ваша жена? Yes, да, это моя жена. Beautiful. Красивая. Beautiful. Beautiful. Красивая, красивая. Может, у вас есть рация, телефон, спутниковая связь, мобильный? Вы можете вызвать помощь? Помощь? Нам нужна помощь. Помощь. Могу. Деньги, транспорт. Нет у нас ничего, отпусти! Лиза, подожди, не кричи, я договорюсь. Деньги? Yes. Да. Транспорт? Нет. Транспорт? No. Нет. Забирай девчонку, тащи ее в заросли. Эй, отпусти ее, куда ты ее повел-то, эй! Завтра на этом месте. Ты понял? Понял. К тебе, Нелли. Не помешаю, Ген? Нет, конечно, что ты. Проходи. Привет. Как ты? Ну, никак. Знаешь, я сегодня проснулась и поняла, что Андрей не вернется. Никогда. Но я должна жить дальше. Правильно, ради сына. Ради сына. И поэтому я здесь. Ген, у меня закончились деньги. Как, Нелли, я же только… Они закончились. Ладно, я посмотрю, что можно сделать. Ген, у меня такой вопрос. А ведь компания приносит прибыль, да? Правильно, но… Но официально она принадлежит жене Андрея. Ты это хотел сказать? Да, но после ее смерти он же собственник. Ну, Андрей и Лиза погибли в один день. Я это знаю. И значит, теперь… Все ее состояние, движимое и недвижимое, переходит к Андрею, а значит и к Сашеньке. Правильно я понимаю? Ты что, претендуешь на прибыль в компании? Не я. А кто? Сашенька. Я считаю, что он имеет право хотя бы на часть прибыли. Он наследник. Жду твоего звонка, Геннадий. Скорее всего, у этих русских был какой-то другой план и другой катер. Они сговорились с капитаном, изобразили свою гибель и приплыли сюда отсидеться. Вы думали, что обманули нас? Куда мы? В центр острова. Капитан говорил, что там есть дом. Джулай! Вот там хорошее место для привала. 5 минут. Джулай, проверь, что за скалой. Воды дай. Паша, беги! Кто это был? Джулай, проверь, откуда он выскочил. Идите сюда. Здесь пещера. Паша, кто это? Я тебя спрашиваю, кто такой Паша? Я не знаю. Нормально. Лиза, там. Пойдем. Черт! Пошел вон! По-моему, она ругается. Хорошее место, чтобы сдохнуть. Кинь ей что-нибудь, а то простудится. С нас еще за лекарства вычтут. В жизни она даже красивее, чем на фотографии. Главное, чтобы муж ее любил. И отмусорил денег. Если раздвинуть вот эти кусты, за ними будет вход в пещеру. Узкий такой проход, а потом пещера. Можем постараться ее отбить. Нас двоих, трое, чем мы. Паша, иди домой.